А я его еще и отпробовал. Что ж ты будешь делать? Да я не умею петь. Сидеть, играть в одну игру, ту же игру, зацикленно. Но, может, если я перестану принимать таблетки от компульсивного расстройства и депрессии, то снова это начнется. Неужели всю жизнь я буду одинак? Неужели всю жизнь я буду одинак? Что со мной не так? Понятно, что я не умею петь и играть.
там ни было, я люблю тебя. Буду рисовать до самой темноты. Становится в пустой день пошел. Что ж так петлю закручу. Бесконечное существование в одиночной камере в шоу Трумана, в этой матрице, в этом бесконечном тоталитарном мире одиночества, одиноких людей и отсутствия любви. Ох, сколько здесь жестокости.
бесконечные таблетки, антидепрессанты. Моя мечта хоть раз сбудется, и у меня получится нарисовать хороший пейзаж для стены, для дома, хотя бы для стены одной, для дома, где много людей ходит, хороший пейзаж. Бесплатно, за свои средства, конечно. Никто мне никогда за это не платил ни копейки. За рисование руками на тротуарах или на стене. И никогда не было у меня от этого друзей. И ни одна девушка не подошла здесь, в этом городе, да и в любом из этих городов, не сказала: мне это интересно, ты мне интересен, ты мне интересен. Я умру в одиночной камере один, да, я изолирован. Порой меня доводило это отчаяние. Я привык общаться с фотокамерой или с телефоном. Мне очень грустно сейчас. Что если мне просто прекратить свое существование, никого не призываю к этому? Что если мне уйти в небытие,
в небытие. Какая разница, что я в этом мире упустил, что я упустил мечту, упустил любовь, упустил друзей, упустил счастье. Я буду в небытие. В лучшем случае я обо мне все забудут. Бороться за жизнь, страдать, работать на злобного начальника или, значит, злобную начальницу, быть, жить на таблетках, а потом умереть, чтобы быть в небытие. Просто уйти в небытие, и весь мир исчезнет навсегда. Исчезнет весь этот мир для меня. Зачем я существую? Сколько еще продлится мое заточение? Может быть, это уже смерть? Я просто отбываю наказание. Моя душа томится здесь. Никого ни к чему не призываю. Мне никогда не найти здесь девушки, потому что это невозможно. Я уже много раз пробовал, искал. Они идут своим путем. И мне таких, как я. Им нужно развлекухи, нужны деньги, нужно какие-нибудь колда, чтобы развлекать их, или нужен какой-нибудь тип, с которым они будут манипулировать, какой-нибудь альфач. Им без разницы, кто ты. Я не говорю за всех, за них. Я в своем городе никогда не найду их в Красноярске. Потому что я больной. Психически больной. Да, я думаю, стоит обижаться бесконечно. Грустно сейчас. Ты сейчас на вписках или с друзьями, а мне всю жизнь быть одному. Всю жизнь мне грустно. Всю жизнь я один. Но в детстве у меня был друг Саня Вишняк. И еще были друзья, которые потом перестали быть друзьями. Они выросли из этого. И он тоже перестал быть моим другом на самом деле. Я бы хотел умереть и вернуться в детство, просто и все. Моя бабушка примерно таким же мышлением обладает. Все бывают период грусти. Я желаю тебе не грустить, как я. Желаю тебе много друзей и девушек. Всего хорошего. Стало грустно мне. Да! Сейчас опять у меня токсичная, ну, выплеснет токсичность. Нормально. Сейчас иду. Сейчас поставлю.
Жидкость мне выплеснуть очень легко.